А теперь о других событиях Китая, которые не могли остаться незамеченными. Первые iPhone 7 отправились из Китая в Сан-Франциско, и здесь 7 сентября пройдет официальная презентация Apple. Но в отличие от ажиотажа прошлых лет, поклонники яблочной продукции поставили себя, так сказать, в режим ожидания. Предзаказов намного меньше, чем было на шестую версию знаменитого смартфона. К слову, новинка в дизайне мало чем отличается от предшественника iPhone 6. Телефон 7 серии представлен в двух форматах с диагональю дисплея 4,7 дюйма и 5,5 дюйма. А в цветовую гамму добавили несколько цветов. Восстановлено древнейшее сокровище времен династии Суй. Китайские археологи заявили об окончании реставрации короны, принадлежавшей супруге императора Суяньди. Этот головной убор старейший из символов абсолютной власти Китая. Произведению искусства более 1400 лет. Специалистам потребовалось более 3 лет только чтобы изучить аутентичные текстуры и ремесленные навыки того времени. И о том, как простому рабочему из провинции Хубэй удалось сыскать поистине звездную славу. А пришла она к Ши Шэньвэнь после того, как он выложил в интернет-видео своих акробатических навыков. Шокирует то, что происходило все непосредственно на рабочем месте, а именно на стройке. Парень показывает чудеса баланса, гибкость и силу и называет строительную площадку лучшим местом для тренировок.